Ребят, всем привет! С вами снова Влад. Мы находимся в компании Upstage. Сегодня хочу вам рассказать про машинку, которую мы настроили на стейдже втором. В стоке машинка имеет 401 лошадиную силу и 520 крутящего момента. На графике машинка показала 402 лошадиных силы и 525 крутящего, что очень неплохо для оригинала. После того, как мы померили машинку в оригинале, мы ее поставили на подъемник, сняли катализаторы, изготовили даунпайп и установили их на автомобиль. После чего перепрошили на Stage 2 с удаленными катализаторами, сняли ограничитель скорости и опять машинку поставили на стенд. В итоге мы получили на стенде уже на прошивке и без катов 461 лошадиную силу и 693 номов крутящего момента, что очень неплохо. И как мы видим по графику, если на верхах прибавка в районе 60 лошадиных сил, то серединка у нас намного больше, и тут намного больше прибавка, не плюс 60, а на самом деле даже больше. Ну и по крутящему такая же ситуация, то есть очень-очень хороший прирост по крутящему моменту. Итак, все, у кого есть такая машинка, подъезжайте к нам на Stage 2. Сделаем хорошую прибавку по мощности, и вы будете наслаждаться совсем новым автомобилем. Подписывайтесь на наш канал. Ждем вас в гости.